Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте, друзья, ставить лайки. В центре внимания трейдеров, собственно, не только сегодня, как и, наверное, последние несколько недель или, может быть, даже несколько месяцев, остаются, конечно же, меры фискального стимулирования в США. Сейчас эта тема совсем уж горячая, потому что у нас есть дедлайн 14 марта, текущее воскресенье, когда документ должен получить подписи всех необходимых инстанций. Ну, прежде всего, я имею в виду Конгресс, ну и, конечно же, подпись американского президента Джо Байдена. На данный момент, друзья, что мы имеем? Мы имеем то, что Сенат дал добро, Сенат отправил на окончательное утверждение в Палату представителей, где, разумеется, никаких трудностей у этого пакета фискальных стимулов уже не возникнет. И чтобы не уходить на 10-й круг, Палата представителей смирится с теми минимальными правками, которые внесли в Сенате, и отправит уже непосредственно в овальный кабинет Джо Байдену для вот этого заветного закрепления этого документа и для того, чтобы он приобрел статус полноценного закона. Тема экономических стимулов сейчас горячая и потому, что новость о них должна появиться на рынке, ну вот, в самые ближайшие дни. Причем под самыми ближайшими днями я имею в виду перспективу там не нескольких недель, а фактически, друзья, нескольких дней. Скорее всего, это произойдет уже до пятницы, потому что американские власти добиваются того, чтобы уже в эту субботу части домохозяйства стало получать вот эти выплаты, бешеные выплаты по $1400 на каждого американца. Соответственно, что может произойти дальше с финансовыми рынками? Я ожидаю ралли рисковых инструментов, судя по тому, что мы видим сейчас на американской фонде, и особенно по динамике американского индекса S&P 500, он согласен со мной. И трейдеры, которые сейчас ориентируются на эти индексы, ждут еще одной волны серьезных покупок. И не нужно недооценивать, друзья, именно масштабы того бычьего ралли, которое реально может начаться в любой момент. Вчерашний хай по S&P 3900 пунктов, сейчас локально мы откатили 3860 пунктов. Но я не успокоюсь, друзья, пока по S&P не увижу 4000 пунктов. И если мы сейчас задались бы целью попробовать сориентировать себя на какие-то другие целевые значения от инвестбанков, от хедж-фондов, задайтесь тоже, вот поставьте себе эту задачу разобраться. Вы убедитесь и увидите, что многие серьезные эксперты финансовых рынков считают, что 4000 пунктов по S&P это не какой-то супер экстремальный уровень, после которого начнется коррекция. Это всего лишь очередной этап, который преодолеет американский фондовый рынок и будет дальше расти. Потому что на такой инъекции ликвидности, как $1.9 триллиона, в принципе, ничего другого быть не может. Индекс американского доллара 92.18 в моменте. Стоит отметить, что индекс доллара, безусловно, сейчас ориентируется следить за тем, что происходит с американским рынком долга, с показателем доходности американских трежерис. Но сегодня десятилетки по доходности держатся на уровне 1.53%, теряя за день примерно 0.5%. И уже отступили от максимумов годовых, которые видели на прошлой неделе, там в районе отметки 1.62%. И я полагаю, друзья, то, что вряд ли мы будем наблюдать продолжение бычьего ралли по показателю доходности и дальше. Ранее на выступлении, публичном выступлении главы американского казначейства Минфина Джанет Йеллен комментировала то, что текущий рост доходности облигаций не является органическим, то есть он больше основан на активных и довольно жестких спекуляциях трейдеров. То есть к такому росту доходности американских облигаций не мог привести скачок в, скажем, улучшение экономической конъюнктуры, потому что мы видим, что это улучшение еще недостаточно для того, чтобы провоцировать такую динамику. И вот эти постоянные комментарии о том, что будет с инфляцией в Штатах, друзья, я могу точно сказать, что инфляция в США, которую
ожидают с учетом, опять же, притока новых мер фискального стимулирования почти на 2 триллиона долларов, она недостаточна, чтобы толкать казначейские облигации там выше 2% по доходности, но достаточно, чтобы посеять опасения за то, что американская валюта может оказаться под фундаментальным ударом из-за значительного увеличения денежной массы. Но это логическое следствие на то, что должно происходить с национальной валютой на фоне инфляционных рисков. Поэтому я радею за идею того, что индекс доллара должен слабеть. Сегодня, кстати, на повестке экономического календаря у нас данные по инфляции в 15.30 по московскому времени, по прогнозу, даже в месячном выражении индекс потребительских цен может прибавить 0,1% с 0,3 до 0,4. И при таком раскладе я ожидаю пресса на американца. Но самые главные распродажи доллара, скорее всего, еще впереди. Они начнутся сразу же после того, как мы увидим новости о новых мерах фискального стимулирования. Рынок нефти 66.88. Все, конечно же, сейчас озадачены. Что с рынком нефти будет дальше? Если положиться всецело на фундаментальный фон, то поскольку ОПЕК не вмешался в текущую ситуацию, а напротив, подлил масло в огонь и стал причиной такого роста, который мы видели, не увеличив производство нефти. Есть еще и другие факторы поддержки. Это прогноз Организации экономического сотрудничества и развития, которые пересмотрели ожидания по экономическому росту мировой экономики на 2021 год с уровня 4,2% до фактически 5 с небольшим. То есть, точнее, сейчас даже скажу, до 5,4%. Серьезное улучшение экономических ожиданий, но это, скорее всего, следствие массовых кампаний по вакцинации, которые мы видим. И расчет здесь того, как, собственно, такой прогноз повлияет на, собственно, котировки нефти, конечно же, при восстановлении мировой экономики будет расти спрос на углеводороды, на энергосырье. И при повышении спроса это тоже как бы позитивный фактор для всех котировок. Сегодня на повестке 18.30 данные по запасам нефти. Но я думаю, что этот отчет практически никак не повлияет на то, что происходит с нефтью, потому что мы все еще помним, что ранее Техас накрыли серьезные холода, которые стали причиной вывода из строя, скажем так, ряда нефтеперерабатывающих мощностей, в результате чего запасы накапливались. То есть сейчас могут быть какие-то экстремальные аномальные показатели по этому индексу. То есть это не чистые цифры, на которые стоит полагаться. Сейчас я по рынку нефти не мотивирую вас на какую-то торговую активность, но если вас интересует, что с этим рынком может быть дальше, то, скорее всего, он будет расти. Евро против доллара 1.1873. Ждем завтрашнее заседание Европейского центрального банка. Новые меры, анонс потенциально хотя бы небольших изменений в денежно-кредитной политике в сторону еще большего снижения вполне реально, ведь ранее у нас вышла окончательная оценка по экономическому росту за четвертый квартал в еврозоне, она была ухудшена до минус 0,7%. Может быть, это станет триггером для ЕЦБ действовать более жестко по экономическому стимулированию. Реакция евро на экономические стимулы, скорее всего, рост. Поэтому я думаю, что 1.20 это реальная цель до конца недели. Фунт против доллара 1.3861. Здесь, в принципе, акценты таких же, как и по прочему риску, восстановление и рост на фоне предполагаемого ожидания снижения курса доллара. И сегодня еще обращаю ваше внимание на пару доллар-канадец, который сейчас торгуется на отметке 1.2674. 18.00 заседание Банка Канады, сопроводительные заявления. 100% будут заявления, касающиеся дополнительного стимулирования канадской экономики. Вполне реально, учитывая последние слабые данные по промышленному производству и сфере услуг. И потенциально новые меры стимулирования – это негативный фактор для канадского доллара. И, собственно, в пятницу выйдут еще данные по рынку труда, которые также с вероятностью 99% разочаруют. В общем, по доллару канадцу реально можно добить еще цели 1.28 и выше. На этом, собственно, все. Спасибо за внимание и хорошей вам торговой сессии. Всем пока.